Саша, ты должна вернуться домой ровно в 12 часов. Как только гонг прозвучал, сразу кидаемся искать, где бы ни были в этот момент. Сцена не терпит пустоты. Не давай. Замирать не давай, пожалуйста. Ладно. Или, например, мальчик с пальчиком. Умничка. Остроумнейший человек, но все время играет в прятки на деньги. Все у них давно уже в прошлом. И сказки сыграны, и всем известны. А вы, как король сказочного королевства, я вижу, что вы стоите на пороге удивительных событий. Правда? Честное королевство. Ну, кто это? Таинственный и прекрасный незнакомый. А папа, ты мой папа, ты мой любимый папа. Ты знаешь, я в бою не раз бывал. Я сам не свой сейчас стою. Знаете балетный язык? Не совсем. Человек, он сам узнает, где найдет, где потеряет. Позвольте пригласить вас на первый танец сегодняшнего бала. Простите, но Костя наша приглашена мной. Все будет хорошо. Восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да и вот опять. Ребятки, у нас время, надо пройти еще две вещи.